представители межрегиональной общественной организации «Народный контроль» ведут мониторинг предпринимательской деятельности в разных регионах нашей страны. В данном сюжете события происходят в городе Тюмень. Алло, здравствуйте. Это межрегиональная общественная организация «Народный контроль». Чаплина 113, продукты 24. Пермякова 54, также продукты 24. Сообщение это для ОСБ. На бездействие сотрудников. Сотрудники не изымают эти аппараты, они до сих пор стоят и работают. Региональная общественная организация «Народный контроль». Время не смотрели? Вы сейчас реализовали водку после 9 часов вечера. Нарушение 171 федерального закона. В ходе проведения мониторинга было выявлено несколько случаев ведения незаконной предпринимательской деятельности. Это и торговля алкоголем в ночное время суток, и тут же на территории круглосуточных магазинов организована незаконная игорная деятельность. Чем не казино? И выпить можно, и проиграть свои кровные в игровом терминале. Мы много раз в своих сюжетах говорили о том, что торговля алкоголем в ночное время является серьезной проблемой, которая может привести к негативным последствиям. Что касается проведения азартных игр, то такая деятельность может осуществляться исключительно в игорных заведениях, которые могут работать только в разрешенных игорных зонах. 244-й федеральный закон обмануть сложно, и все махинации, связанные с незаконными игровыми автоматами, рано или поздно раскрываются. Так, в игровых автоматах есть программа, благодаря которой случайным образом производится выигрыш. При ее наличии устройство может быть признано игровым. О всех выявленных нарушениях представители межрегиональной общественной организации «Народный контроль» сообщают соответствующие органы власти. Вы всегда можете обратиться с вашей проблемой в нашу общественную организацию, используя наш сайт nkregion.ru. Или анонимное бесплатное приложение межрегиональной общественной организации «Народный контроль». И мы вам поможем.